Сегодня Всемирный день народонаселения. Дату Организация Объединенных Наций учредила по рекомендации Совета управляющих программ развития ООН в 1989 году. Цель – привлечь внимание к решению демографических проблем, включая программы общего развития и вопросы экологии. Каждый год День народонаселения посвящен разным вопросам. Тема 2017-го – планирование семьи, укрепление потенциала людей, обеспечение развития. А ежегодный прирост мирового населения составляет 83 миллиона человек. В 2011-м общая численность жителей планеты достигла 7 миллиардов. В этом году празднование Всемирного дня народонаселения будет проходить в период проведения встречи на высшем уровне по вопросам планирования семьи. На ней будут обсуждать вопросы доступа к информации и услугам в области планирования семьи для 120 миллионов женщин, которые лишены таких возможностей.